везде, в городе Москве, во всех округах, ставят стандартные искусственные ели. Они большие, они удобные, они красивые. Но они как бы не та естественная, натуральная красота, которая хочется видеть самому. Поэтому мы решили в этом году поставить эксперимент и... Может быть, не совсем идеальная, но она, по-моему, достаточно хорошая. И мы съездили, посмотрели все вместе, решили, что да, мы эту елку будем брать. И поэтому как бы начались этапы ее подготовки к пересадке. Лучше мы один раз затратим больше сил, энергии, средств, денег, своих трудозатрат, но посадим настоящую новогоднюю елку. И проведя такую подготовку летом и осенью, мы наконец представляем вашему вниманию вот эту вот нашу сегодняшнюю новогоднюю ель, большую, пушистую, нарядную, и надеюсь, что она вам понравится, надеюсь, что она приживется, и в следующем году мы увидим ее еще более красивой. Thank you.
the strength to fight, but I got tired of the wars at night. Thinking they would end if I gave in, but I wasn't strong enough to let you in.